Скандально известный священник Кирилл Иванов, знаменитый своими резкими и провокационными высказываниями о пророке Мухаммеде, да благословит его Аллах и приветствует Коране, и об исламе в целом, прочитал суру Аль-Фатиха на арабском. Видео было опубликовано более года назад, но продолжает набирать популярность в социальных сетях. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Протоиерей Кирилл активно ведет социальные сети, посвящая большую часть своего контента исламу. Он старается убедить мусульманскую аудиторию принять христианство, порой подвергая сомнениям исламское учение.